Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня я хочу вам рассказать о уникальной возможности проходить бесплатно онлайн-курс по книге Тайсир ар-Рахман фит таджвид аль-Куран, которым буду вести уроки я, Ум Малик. Этот курс, можно сказать, второй раздел этой книги уже стартует, иншаллах, с завтрашнего дня. Расписание уроков суббота в 20:00 по московскому времени. Вы можете участвовать на уроке, задавать вопросы, получать полезные знания. И это все в субботу в 20:00 по московскому времени. Какие условия для того, чтобы записаться на данный курс? Во-первых, это быть подписанным на канал в YouTube, да, где вы, скорее всего, смотрите это видео, и Instagram. Ссылки на каналы вы увидите под этим роликом, иншаллах, под видео. Подписавшись на эти каналы, вы, выполнив эти условия, делаете скрин репоста в Инстаграме, где вы меня отмечаете, то есть мою страничку .malik, нижнее подчеркивание, Икра, и присылаете скрин модератору уже в Телеграм. Внимательно, что у нас здесь и Ютуб задействован, и Инстаграм, и Телеграм, да, что вы правильно подали заявку. Модератор уже вам расскажет о дальнейших как бы этапах, как вы уже сможете попасть, иншаллах, на сами уроки. Важно то, что этот курс, он уже в процессе, и первая часть учебника уже как бы пройдена. Если вас интересует первая часть учебника, да, в которой подробно вступительные темы, что такое таджвид, что такое ошибки, какие есть, махраджи, сифаты, да, это все уже мы прошли в первом разделе. Вы их можете изучать отдельно по записям, выполняя задания или просто слушая записи. Да, есть разные условия, по которым вы можете заниматься. Сейчас же уже идут или будут начинаться, иншаллах, уроки по второй части книги, в книге, да. Сейчас, в данный момент есть уже около 45, то ли 46 уроков в записи, которые вы можете послушать и выполнять подробно домашние задания, которые дадут вам, иншаллах, более глубокие знания, чем просто прослушивание как бы лекций. Хотя, конечно, прослушать лекции тоже важно, но все-таки, когда вы конспектируете, отвечаете на вопрос, выполняете задание, уже при каких-то ошибках вас возвращаю к выполнению, к теме, чтобы вы находили правильный ответ, да, указываю, что здесь неправильно, подсказываю, если вы не можете найти, да, но главное, чтобы был результат. Поэтому для тех, кто желает, может уже записаться на второй том, а первый том, или вернее не том, а вторую часть книги, а первая часть книги уже такие вопросы или такие темы пройдены. Из послания Корана, и что с этим связано, караат, что такое мусхаф аль-имам, что означает семь ахруф, польза, разнообразие караатов, что такое таджвид, ошибки чтения Корана, условия правильного чтения, истиады, басмаля, их положение, звукообразование, правильное произношение гласовок, мадхабы в махариджах, да, махраджах, речевой аппарат, махраджи букв, сифаты букв, ошибки в произношении букв при нарушении их махраджа или сифатов. Некоторые части из данного курса, которые уже есть, да,
ну, несколько уроков или часть уроков я выставляла уже здесь, в Ютубе, вы можете с ними ознакомиться. Для тех, кто хочет просто присутствовать во второй части, это такая прекрасная возможность при выполнении тех условий, которые были сказаны в начале видео, это будет для них бесплатно. Если же вы хотите получать доступ к лекциям какое-то время, да, прослушивать их, переслушивать, также, если вы хотите, чтобы проверяли домашние задания, тогда другие условия здесь, которые вы видите перед собой. Да, или просто лекции, записи, или выполнение, проверка домашних заданий. 1000 или 200 тысяч рублей. На вбор, на второй раздел, уже с 141 страницы книги. Здесь уже оплата просто, если записи 1000. Опять же, проверка домашних заданий и присутствие на уроках. Плюс доступ к лекциям, да, уже долгое время. Уже вот такие условия. Поэтому, если кто-то желает этот курс пройти, но не может, например, присутствовать во время урока, хочет иметь доступ к записям, да, в течение года, тогда вот это условие, иншаллах, вам подойдет. Какие темы мы будем разбирать? Это твердость и мягкость букв, связь букв с точки зрения махраджа и сифатов, правила нун сякина и танвин, правила лям сякина, мадды, виды остановок, хамза, уасали, кота, правила остановок и начинаний, правила знаков мусаф и другие книги, по книге другие темы. Конечно, такие, ну, как бы названия большие, как бы, тем. Здесь будут еще много-много маленьких подтем в каждой из этих тем. При покупке всего курса, то есть первой и второй части уже, да, здесь уже другие условия, иншаллах, который вы видите, будет чуть-чуть как бы уступка или скидка. Регистрироваться или подать регистрацию вы можете по ссылке. Эти все ссылки и все описание, которое вы перед собой видели в этом видео, иншалла, вы сможете почитать под самим видео и выполнить данные условия, иншалла. Баракаллаху фикум. Ожидаю всех вас на курсе этом. Также многочисленные отзывы о нем вы можете почитать на сайте, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.